Меня зовут Рафаэль Шакиров. Этим видеообращением хотел бы обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации, так как местные чиновники, местная власть Республики Татарстан никак не реагируют в проблеме получения льготных препаратов, так как последние годы идут большие задержки, по 2-3 месяца мы не можем получить эти препараты, а это жизненно важные препараты для нас. Это Спирива, Фостер, Беридуал, преднизолон. А в последнее время преднизолон вообще пропал с аптек. Я инвалид второй группы. У меня проблемы с легкими. У меня хобола и эмфизема легких. Это не секрет, что наша болезнь уже в ближайшее время выйдет на третье место по смертности. Я хотел бы обратиться к местным властям, чтобы они услышали нас. В последнее время в связи с коронавирусом даже позакрывали все отделения, отделения пульмонологии и не выдают эти препараты. А что нам делать? Как нам жить? Я хотел бы обратиться к властям. Примите это во внимание. Всем добра и здоровья!